Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Что надо сказать, день? Привет. На каком вы канале? И сегодня у нас опять хендмейд. Мы будем делать красивый ночник. У нас есть стакан. У нас есть красочки. Синяя краска и белая. Мы сейчас покрасим наш стаканчик. Синяя, да? Мы покрасим наш стакан, нарисуем белым цветом снежинки или звездочки. Потом возьмем плавающую свечку, нальем стакан воды, опустим свечку, у нас получится очень красивый синий ночник. А помогать нам будет кто, день? Это Кеша, друзья, из Мимимишек. Он любит как раз что-нибудь мастерить. День, он будет с тобой участвовать в этом процессе? Кто это такой? Подожди. Хорошо, Кеша будет сидеть рядышком, наблюдать. А Тучку позовем? Позовем. Тучка! Привет, День! Тучка с другой стороны будет сидеть. Красим стакан сначала. Давай. Вон, Кеша удивляется даже. Так, берем кисточку, День, и наносим на стаканчик. А рано пока, День, снежинки мы нанесем уже тогда, когда покрасим сам стакан. Не той стороной макаешь, Денюш. Так, давай красить стаканчик. Диня и мама красят стакан. И белый давай цвет. А белый мы когда снежинки с тобой белым нарисуем, Денюш. Тебе нравится процесс? Мы, видишь, с тобой сейчас снаружи разукрасим стаканчик. Давай-давай докрашиваем хорошенечко. Вот. Дно, правильно, донышко надо тоже подкрасить. Молодец, Дэн. Все правильно, со всех сторон нам накрасить. Вон, верхушечку забыл, вот эту верхушечку докрась. А вот теперь давай. Так, все, наша основа под ночник готова. Белым сейчас будем звездочки рисовать, правильно, День? Держи маленькую кисточку, День. Теперь макай в белую краску. Макай в белую. Как надо правильно кисточку держать? С какой стороны ты макаешь? Неправильно. Давай, макай в белую красочку, маленькую кисточку. Вот, давай теперь звездочки. Крест-накрест. Или как ежики, или просто точечки ставьте. Так вас не видно. Не видно там, мама. Вот они, звездочки, да, День? Некоторые звездочки. Падающая звезда у нас есть. Смотрите, друзья. Вот она, падающая звезда. День, это звездное небо такое у нас. Ого! Вот это красота! А сейчас, друзья, мы нальем еще водички туда. Поставим горящую плавающую свечку, и получится очень красивый ночник. Ого, вот это здорово! Открывай. Все, Денюш, давай теперь берем стакан и наливаем водичку. Потом зажигаем свечку и кладем туда. Так. Смотри, будет очень красиво. Ну, достаточно воды, наверное, да? Давай опускаем вниз нашу свечку. Друзья, мы опустили свечку туда, у нас получился такой красивый ночник. В темноте, конечно, очень замечательно должен гореть. Таким синеньким пламенем, да? Очень здорово, друзья, у вас получилось. Кеша, иди сюда, посмотри. Ого! Вот это да, День, да? Это какая? Это кто? Тучка. Как Тучка? Кто? Киса. Какого он цвета? Светлого. Оранжевого. А это кто? Тучка. Какого он цвета в мультике? Какого он цвета? Белого. Белого, правильно. Друзья, вот такой интересный у нас был handmade, do it yourself. Берите наши идеи на заметки, пользуйтесь, делайте такие же замечательные ночники. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы надолго прощаемся. Подписывайтесь на нас, ставьте на пальчики вверх. Как, да. До новых встреч, друзья. Оставляйте полезные комментарии. Пока-пока. Пока-пока. Ну давай.